Смотрите, как он спит. Сонное царство. Хотела лечь отдохнуть, но он так спит, что не хочется его просто разбудить. Этот вот здесь спит, но вы не видели. Раньше он так лег, на спине лежал. И животик я ему глядела. Привет, мой сладкий. Тихо, ты спись, мой сладкий. Покажи, как ты спал. Ну, покажи, маме, как ты спал. Ну, как ты спал на спине. Надо мамина. Пойдем посмотрим, где Беляш. А Беляш выгнал Марка. Вот его законное место теперь. Джон. Мама, ну ты млютет. Покусить, да, уйди спать. А ты где раз здесь спать? Ты почему Марка выгнал отсюда? Ты не идешь к... О, Микки уже. Пошли со мной спать. Добрый вечер, мои хорошие. Сегодня в Европе, в Испании, ну, день мамы. Вот я получила вот такой подарок от сына. Ну, чуть-чуть участвовал, конечно, муж. Обожаю. Смотрите, какие тюльпаны. Вот эти цветочки простые. Просто обалдеть. Дорогие мамочки, поздравляю вас с Днем Матери. Желаю вам здоровья и счастья. И желаю, конечно, вам слезы счастья. И, пожалуйста, у кого есть мама, берегите. Бо пока есть мама, мы считаем себя детьми. Сейчас я вам принесу Беляшика. Вы, наверное, так скучали. Шторы мои так, потому что Беляшик мой каждое 5 утра тут качается. Ну, конечно, я убрала, чтобы он тут не катался. Но он иногда в антенне разбирается. Но чтобы с ним ничего не случилось, конечно, я это тоже убрала. Ну, у него сейчас новая привычка кидать мою сумку. Я стараюсь сумку закрыть, чтобы у меня там торхеты не упали, кредитные карточки там, чтобы он не покусал. Мой сладкий. И клясни. Там кто-то вчера пытался типа меня. Ой, тебе не то, тебе не то. Дорогенка ты моя, может, тебе не то. И тебя вылечим. Скажи всем привет. И мама, и мама Кате привет. Скажи, и Алиске привет. Скажи, мамочка, у меня все хорошо. Я такой хулиган, пацан, но меня так любят. Ну вот и я, скажи. Ну вот, ну вот, ну вот, скажи, вот я. Ой-ой, он не любит в руках. Ну вот такой мой. Ну такой мой сладкий. Вот такой мой. Угу, скажи, вот. Всем привет передавай, кто там тебя знает. Мама Катя, привет передавай. Скажи, мама Катя, если Алина, мама, приедет в Россию, то придет к Алиске. Алиску увидит, поцелует попу. Ты там прятался? Ёпа ты сладкая. Хамон, хочешь испанский? Вчера мышек ему купили. Последние мышки 20 штук. Да, Дёй? Если бы вы видели, как он играет с ними. А не дай бог, кто-то захочет забрать. Он рычит. На мой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Он. Вот так. Кто сказал, что мама тут не знаю что? Он меня любит. Он всегда со мной. Он маму будет, потому что кусить хватит, да? А! Иди, иди. Ай-яй-яй. Все. Показали вам. А я вот эти ку. Ты же ты красавец, мамы. Всем привет передавай. Все видели его? Так что... Я каждый день подщучу его на балкон, пускай привыкает к свежему воздуху, потому что летом очень жарко, хотя мы включаем кондиционер, но все равно пускай он привыкает, потому что он будет выходить на балкон с другими котиками. Другие котики привыкли у меня сидеть на балконе, но я здесь поставлю сетку и открою полностью окно, чтобы он у меня тут сидел. И смотрел, потому что
Он когда сидит на балконе, там птички или чайки, он тут же так хочет, не доверяю, понимаете, он вдруг прыгнет. А так будет через сетку мечтать. Мамолет и ворыков. Ну ладно, мои хорошие, я вас всех люблю и всех целую, и всем. Дишкази, пока-пока. Ага, он на подушку лег. И всем. Ой, смотрите, да здесь даже птичка. И всем желаю птичкам счастья. Пускай вот эта птичка счастья всем домой прилетит и будет мир. Всем пока-пока.